сейчас, у вас есть с собой денежки? Есть. Мы можем сейчас... меняли, 300 поменяли. Я понял. Есть, вот мы сейчас будем в старом городе проезжать его. Там есть, ну, условно сказать, черный маркет или обменник. Ну, там чуть-чуть больше курс, чем в городе. Ну, может, на бату 20. Ну, хотите, там остановимся. Не, ну, а меня... примерно какой? Примерно курс, так, вы в каком у меня? Я просто тоже... Я менял 32,3. Ну, приблизительно он такой... Какой есть? Да, он, да, не будет 35. Нет, конечно. Будет. Здесь он, наоборот, бат, видите, укрепился. Как бы экономика немножко такая подросла, поэтому даже, даже по отношению к полу. Поэтому здесь курс он не скачет. Он уже год, он так, 2-3. Да. То есть 32, то есть с копейками, там, в зависимости от купюр. То есть абсолютно любой обменник. В банке то же самое. То есть там плюс, может, банк немножко меньше даже берет. Ну, там 10 бат разница, это не суть важная, не супер большая разница. Вот, смотрите, у вас пляж, вот этот батон. У вас, кстати, рядом с Тетрангом, ну, просто видите, у вас там ехать надо, у вас там есть два пляжа, два таких скрытых пляжа, Парадайз и Фридом, знаете, да, рядышком. У вас тоже нормально. А можно на тук-туке доехать? Да, там тук-тук, ну, тук-туки, да, ну, скажу сразу, просто Фридом покрасивее, то есть оно вообще в джунглях, там просто... Надо Фридом обязательно, да, да, он считается лучший пляж на Пхукете, да. Ну, Freedom, ну, свобода, ну, шут. Freedom. Ну, да, у вас там на карте есть, я сразу покажу, да. А здесь вот Батонг, видите, сам остров начал застраиваться именно с Батонга, отели строятся. Где-то в 90-х годах начали отели строиться, то есть остров, у них один тайц, он недавно выступал в журнале, писал, что немножко туризм, ну, как бы не в том направлении, как он планировал, то есть... Ну, говорит, основное что? Основная красота чего острова, это, конечно же, пляжи, чтобы сохранить пляжи, ну, как бы, в хорошем состоянии. Немножко, говорит, да, и портится. Ну, не знаю, тут, видите, много споров было, убрали лежаки, зонтики. Да, кому-то нравится, кому-то нет, но, в принципе... Это неудобно. Да, не очень удобно для вас, да, неудобно. Ну, в принципе, конечно, как-то почище стало, посвободнее, ну, мне так кажется. Ну, конечно, да, так на солнце не очень приятно. В отеле, конечно. Там есть вот. Нет, мы только в одной стране не видели вот лежаки зонтики, это Тайвань. Тайвань, да? Еще да. И у них дают стульчики, дают зонт. Детский маленький стульчик такой, они же маленькие. Ты садись, потом встаешь, у тебя он на заднице висит. Ты идешь вместе со стулом, с этим вообще. Да, смешно. Наши размеры смешно. Ой, ребят, мы вчера здесь были. Ну, были, конечно. То есть вы на Банглеро. Она вот с правой стороны там будет. Вот. Трансвеститы развели на 200 год. А, да, они такие существа, могут фотографироваться, могут развести. Самое интересное, что фотографии не получили. Не получились вообще, да? Ну, они получились, но ничего. Не, ну, видите, они такие, как вымогатели, то есть они сразу там вдвоем-троем, то есть типа каждому посту. Но на самом деле, можно там, если кто-то там нравится, там, то есть просто с одним с ним, не надо других. Ну, поймите, они работают, вот шоу есть, их несколько, сейчас их чик-четыре. Это же мужчины все, да? Я не проверял, но, скорее всего. Это жена, это уже? Это же, да. Вечером ее перекрывают. Ну да, лучше мы сейчас туда потом все ставим. Мы тоже ходили ночью, это ж да, это ж мы по ней ходили, да. Я уже поняла. Мы в последний вечер сходим погуляем. Ну, в торговый центр здесь были, наверное, да? Ну, вчера тут вот блукали, мы его наизусть уже выучили. Ну, это два торговых центра, самый большой, Джан Цилон и центр фестиваля. А где фестиваль? Фестиваль мы как раз вас с той стороны. Там мы не были, да, в фестивале? У нас просто сюда от отеля курсы. Я просто подумала, что, ну, может, мы вчера были в этом? Тратить время на него? Окей. Окей. Ничего страшного. Да, смотрите. На Пхукете нет.